Калининградский вагоностроительный завод переживает второе рождение. По решению Совета министров СССР начата реконструкция этого предприятия. Строительно-монтажные работы выполняет коллектив Треста «Калининградпромстрой», участник всесоюзного социалистического соревнования за досрочное завершение производственных заданий решающего года пятилетки. Строители решили с опережением графика закончить монтаж нового цеха площадью в 3500 квадратных метров. С введением в строй новых мощностей выпуск вагонов-самосвалов и электропогрузчиков на Калининградском заводе увеличится более чем в 1,5 раза.